Халу, сейчас будет очень спорное стихотворение, но не без истины. Пора уснуть последним сном. Довольно в мире пожил я. Обманут жизнью был во всем, и ненавидя, и любя. Михаил Юрьевич Лермонтов. Акуджава Булат Шалвович. Александру Сергеевичу хорошо, ему прекрасно. Гудит мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки. Только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губаст и учен как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете, деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливы и тихи, делами замученные, жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём с таким поэтом. Он красивых женщин любил любовью нечинной, и даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки, ему было за что умирать у черной речки. Так.